10 июня во дворе дома номер 1 по улице Молодежная состоялась встреча пайщиков долгостроя с депутатом Государственной Думы Артемом Бичаевым и председателем собрания депутатов города Каспийска Абдулвахидом Джаватовым. Поводом послужило недобросовестное отношение застройщиков ЖСК «Хазар». Сейчас строительство дома на завершающем этапе приостановлено и находится в заброшенном состоянии. Ко мне люди обратились на прием в приемную «Единой России» с просьбой помочь им в том, чтобы достроить дом, в том, чтобы получить необходимые документы и разрешения. Как часто оказывается в таких ситуациях, вопросов больше, чем ответов, но здесь надо отметить, во-первых, пришли наиболее активные пайщики, они готовы отстаивать свои права, и что очень как бы хорошо, что представители администрации, архитектуры, совета депутатов, они не оставляют этот вопрос без внимания, тоже пришли, мы вместе с ними разговаривали, они готовы идти на любые необходимые уступки, чтобы дом был достроен. По словам председателя собрания депутатов города Каспийска, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Абдулвахида Джаватова, проблемой пайщиков этого дома депутатский корпус муниципалитета занимается порядка 8 лет. Из-за того, что имеются некоторые недочеты, дом не может быть введен в эксплуатацию. Конечно, проблемы есть не только у нас в городе, но и в других городах, и по всей России. Типа обманутых дольщиков. Это когда недобросовестные застройщики оставляют своих пайщиков с проблемами неведенных домов и оказываются в бегах. В данном доме такая же картина. По итогам встречи было предложено собрать рабочую группу из числа депутатов, партийцев, представителей администрации и самих пайщиков. Уже в среду начнется работа с жильцами, где будет разработан план дальнейших действий. Но первым делом станет приведение в порядок разрешительных документов.